Из натуральных волос вот такая накладка, оттенок мелирования. Из него легко сделать свой оттенок русый. Достаточно будет однократно самостоятельно окрасить. Широкая накладочка, тресс на заколках. Здесь очень большая густота, 180 грамм, 60 сантиметров по стоимости 19 тысяч. Далее доступны волосы на заколках натуральные, 50 сантиметров, 100 грамм. Такой оттенок светлый. По стоимости 15 900. Оттеночек чуть темнее, тоже русый, теплый тон, 50 сантиметров, 100 грамм, 60 сантиметров, 120 грамм. Он такой же посветлее, как первый, по стоимости 19 900. Из искусственных волос доступны варианты волосы на заколках 55 сантиметров. Русый оттенок неоднородный под натурель. По стоимости 4000 рублей. И два варианта накладочек. Широкий трес на заколочках. Пятьдесят пять, 60 сантиметров по стоимости 2000 рублей. И оттенок потемнее. Точно так же 2000 рублей.